Чтобы приготовить идеальный горячий шоколад, нужно взять как можно больше шоколада. Да, я уверена, он получится просто чудесным. Как же он аппетитно стекает. Да, я была права, шоколад восхитителен. О, нет, я уронила половник. Блин, как же его достать? Да уж, это не так-то просто, как кажется. Ой, а что происходит? Шоколад меня затягивает. Помогите! Спасите! Я не могу выбраться отсюда! Кто-нибудь на помощь! Сейчас, сейчас, Энни, я тебя вытащу! Ой! Добро пожаловать в наш новый челлендж! Погнали смотреть! Моника, вперед! Окей! Ого, мне достались арбузики, а у тебя что? О нет, это что, живые гусеницы? Мамочки, я совсем не хочу их есть! Ох, мне даже трогать их страшно! Не могу! Не бойся, у меня как раз есть ложка, держи! Спасибо, конечно, но я думала, что не стану их есть совсем, а теперь придется глотать целую кучу. Это выглядит отвратительно. Хорошо, что есть шоколадный фонтан. Правда, в корне он ситуацию не исправит. Бе, на них даже смотреть противно, не то что жевать. Какой кошмар! Не верю, что я это проглотила. Давай, Моника, теперь ты. Хорошо. Я еще никогда не ела арбузы в шоколаде, и мне интересно, насколько это вкусно. Скорее бы попробовать. Выглядит очень классно. Ого, это так сочно и сладко. Мне очень нравится. Эх, везет же тебе. Это точно. А теперь я съем сразу два кусочка. Это будет вдвойне вкуснее. Моника, а может ты поделишься со мной одним? Ты про этот арбузик? Ага, купилась. Прости, но я не намерена делиться. Я хочу съесть все сама. Здорово, я тебя разыграла. Ну не волнуйся, голодной ты не останешься. У тебя еще целая миска гусениц. О нет, а я только про них забыла. Надо поскорее залить их шоколадом. Хотя даже в шоколаде они выглядят мерзко. Как же они отвратительно шевелятся! Пожалуйста, кто-нибудь разбудите меня и скажите, что это всего лишь сон! Энн, это не сон, но мне тебя очень жаль! Поверить не могу, что я это делаю! Пожалуйста, пусть это поскорее закончится! Все, я больше не могу на это смотреть! Бррр. А можно я буду первая? Давай! Вау, какая красота! Смотри, Энн, у меня мармеладные глаза. Ого, это очень забавно. Глаза были мармеладные, а стали шоколадные. Уверена, так будет даже вкуснее. Особенно если запить это коктейлями, которые находятся в шприцах. Мармеладные глаза в шоколаде – это супер. А теперь смешаем два коктейля прямо у меня во рту. О, да, какая же вкуснятина! Nice. Это был невероятно вкусный десерт! Я в восторге! О, у меня остался еще один! Энн, а что у тебя? Давай, открывай! Ну-ка посмотрим! Это леденец с острым перцем? Серьезно? Ой, мамочки! Вперед, Энни, смелее! Я, конечно, люблю и леденцы, и шоколад, но вот острый перец мне совсем пробовать не хочется. Ну ладно, была не была. А если просто облизывать, то оказывается это очень вкусно. О, да, объедение. Остановиться невозможно. Ага, согласна. Ой, я так увлеклась, что совсем забыла про острый перец. Мамочки, только не это. У меня все внутри горит. Сос, кажется, сейчас рванет. Ой-ой, так и неспокойно, я тебя спасу. Любой пожар можно потушить водой. Но тебе повезло, потому что в этом случае будет шоколад. О, да, огромное спасибо. Мне стало намного легче. Супер.
Отлично, мы молодцы. Можно идти дальше. Давай скинемся, кто первый. Цуефа. Я победила, ура! Ого, мне достались роллы, круто! А тебе что? Уверена, мне тоже повезет. О, нет, это же целая миска живых тараканов! Ну и прикол! Ну что ж, пока ты приходишь в себя, я попробую свои роллы с шоколадом. Да, сочетание необычное, но я уверена, что это будет круто. Ой, какая гадость! Оказывается, я ошиблась, это совсем невкусно. Бывает, да, бывает. Зато у меня появилась идея, как быстро с ними покончить. Можно сделать один большой ролл на палочке и полить его целиком шоколадом. Ох, ну по-моему, это выглядит очень аппетитно. Жаль, я знаю, что это совершенно невкусно. Ладно, надо поскорее с этим покончить. Ой-ой-ой, ну и гадость. Главное не концентрироваться на вкусе. Осталось совсем чуть-чуть. Ох, бедняжка. Так или иначе, я справилась. А ты можешь взять мои палочки, чтобы было удобнее есть тараканов. Мия, у меня по всему телу бегут мурашки при виде этих жутких насекомых. Надеюсь, они не кусаются. Мамочки, вблизи они еще страшнее. Как бы я хотела, чтобы это был всего лишь дурной сон. Но нет, мне и правда придется это съесть. Ой, не могу. Мне кажется, меня сейчас вырвет. Ага, и меня за компанию. Попробуй налить шоколад прямо в миску. Думаешь, от этого они станут вкуснее? Я что-то в этом сильно сомневаюсь. Но я сделаю, как ты предлагаешь, потому что не хочу растягивать это мучение. Ох, какое же жуткое зрелище! Ладно, надо всего лишь представить, что это что-то вкусное. Например, мармелад или хрустящие чипсы. Нет, не помогает! Ох, бедная Моника, я бы точно не смогла это съесть. Можно я первая? Спасибо. Мне достался авокадо, я их не люблю. А у меня горшок с землей? Боже, это вообще съедобно. Я еще никогда не пробовала сырую землю. Ой, и правильно делала, Бе, омерзительно. Осталась надежда только на шоколад. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что он улучшит ситуацию. Ну что ж, попробую. Кошмар! Нет, проглотить это невозможно. Моника, давай лучше ты. Я? Чудесно! Пока ты жевала землю, у меня появилась отличная мысль. Я превращу авокадо в шикарный десерт. Разрежу его пополам, вытащу косточку и наполню его шоколадом. По-моему, выглядит очень аппетитно. О, а есть удобнее всего будет ложкой. Ну что ж, попробуем. Да, что-то я уже сомневаюсь в своей затее. Нет, никакого шикарного десерта не получилось. Бывает. Мой план провалился. Это оказалось совершенно невкусно. Хотя, погодите-ка. А что, если использовать пустую кожуру вместо чашечки и налить в нее шоколад? Круто! Так я смогу выпить целую кучу шоколада. Вот это действительно здорово! Ну вот, у меня осталась еще одна половина авокадо. Энн, а ты давай не ленись и ешь. И зачем ты мне об этом напомнила? Ладно, я попробую сделать, как ты. Вдруг у меня получится вкусно. Выглядит это, конечно, так себе. Ну ладно, попробуем. Ой, какой кошмар! Меня сейчас вырвет. О, Моника, у меня появилась идея. А можно я возьму твою косточку? Косточку? Конечно, бери. Большое спасибо. Очень уж интересно, что получится, если я выкопаю ямку, положу в нее косточку и полью все шоколадом. Вот так. А теперь остается только ждать. Вау, ничего себе! Моника, смотри! У нас выросла шоколадная авокадо! Вот это да! Пахнет круто!
А на вкус еще круче! Класс! Хочешь попробовать? Конечно! Сейчас! Угощайся! Вау, спасибо! Давай откроем вместе! Ура! У меня яблоки! А у меня противный лук! Как же жаль, что мне так не повезло! Ох, похоже, ничего не поделаешь, и мне придется его попробовать! Но для начала окуну его как следует в шоколадный фонтан. Выглядит уже получше, но пахнет по-прежнему ужасно. Бия, ну какая же это гадость! Отвратительно! Еще и глаза слезятся! Ох, бедняжка! Ну вот и все, я это сделала! Ой, нет! У меня еще целых две луковицы. За что? Вместо того, чтобы смотреть, как Энн мучается, лучше я попробую свои яблочки. Уверена, что в шоколаде они будут просто чудесны. А еще ко мне пришла классная идея. Я украшу свое шоколадное яблочко разноцветной посыпкой. Вы только посмотрите, какой восхитительный десерт у меня получился. Ого, и правда очень красиво. Большое спасибо. Но это не только очень красиво, но еще и очень вкусно! Я в восторге! Вау, везет же тебе! С одним яблочком я уже расправилась, переходим к следующему! Ох уж эта цветная посыпка! Ой, я забыла, что у меня лук, а не яблоко! Гадость! О, точно! А что, если устроить пранк и подменить мой лук на яблоко Моники? Вот это будет прикол! Итак, теперь осталось обвалять лук в цветной посыпке и незаметно подложить. Ох, вот это будет умора! Эй, Моника! Что? Кто меня потрогал? Было ваше, стало наше. Странно, может, показалось? Яблоко просто потрясное! Вот это вкуснятина! И как же здорово, что у меня осталось еще одно яблочко! Ой, какая мерзость! Бия! Гадость! Энн, не стыдно тебе? Ой, это же твое яблоко, да? Ну, держи. Вот уж спасибо. И что мне теперь с этим делать? Упс.